Купить все необходимое и при этом сэкономить. Теперь димитровградцы знают, как это сделать. Магазин низких цен «Победа» переехал с проспекта Автостроителей на улицу Свирская, 7А. Новый магазин располагает большими площадями, что позволило значительно расширить ассортимент товаров, низкие цены которого уже успели оценить жители города Димитровграда. Плати меньше, покупай больше. Ждем вас в нашем магазине. Хлеб, молоко, мясо, сладости и напитки. В «Победе» все это есть. Товары преимущественно от российских производителей. Отсюда и низкая цена. В день открытия особой популярностью пользовались сезонные товары, которые нужны для приятного отдыха на природе. Мы собрались на пикник и все здесь нашли для пикника. И на чем приготовить, и что именно приготовить, и цены такие соответствующие нам. Приятно удивили? Да, очень даже прямо. Торговая сеть «Победа» менее чем за полтора года своей работы открыла 35 магазинов в 4 регионах ПФО. И на сегодняшний день неизменно пользуется спросом у покупателей, которые хотят питаться полноценно и при этом экономить. И просторно стало здесь, и удобно, и дешево. Цены хорошие. Я туда ходил всегда и сюда хожу. Магазин очень хороший. Спасибо им. Наталья Васильева, Константин Белов. «Наше время».